Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War, Адрийское царство, легендарный уровень сложности. У нас тут битва, не знаю, как это все закончится. Если патронов хватит, победим, не хватит, тоже победим. Мы защищаемся, так что что плохого может с конями случиться? Если что, убегу. Правильно? Логично же, ё-моё. Так, у меня тут анагры. Кстати, их я, скорее всего, потеряю. Да какой, скорее всего, это 100%? Вот тут к бабке не ходи. Так, а где мой полководец? Я его вообще в упор не вижу. Его что, грохнули, что ли? Походу. Слушайте, у меня грохнули полководца. Охереть. Я не вижу своего полководца. Вот это уже номер. А я как-то не заметил сразу. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так у меня не часто случалось, если честно. Совсем не честно. У меня за полководца вон кельтский тяжелый анагр. Блять. И у меня его убьют. Это точно. И тогда все мои могут разбежаться просто. Ой, жесть. Отравленный, пламенный. Да, у меня тут еще там какие-то несчастные. Ладно, давай. Что я могу сказать? Все тогда сюда, блядь, на защиту анагра, я не знаю, это подкрепление отмороженное, которое. А куда стреляем-то? А, во вражеские анагры. Бля, какого хера они перепутались? Я ненавижу, когда такое происходит. Когда первый не слева, а второй, блин, не справа. Это кто? Это у нас полководец вражеский. Так, все, я постоянно это путаю, короче, нахер, пускай бегают, как бегают. Застреливайте его, застреливайте. Че встали? Блин, как у них много кавалерии, охереть просто. Очень много кавалерии. Да убейте вы его, ё-моё, да сколько можно-то? Как они ломанулись-то вперед, а? Просто бегом! Ни тебе стратегии, тактики сразу, бля, вперед на! Армию поделил свою, видите. Да, моему полководцу кирдык довольно скоро будет. Тоже буквально с минуты на минуту, блин. По-хорошему уводить его надо, конечно. Щитоносцы неплохо умирают. Так, а пойду-ка я тоже займусь вот этой херней. Че она тут в натуре? Понесли урон от дальнобойных машин. Вашу же мать! Давай-ка перестроимся около их машин. Нет, вы сюда. А вы сюда. Да беги, беги, ёп. Я не знаю, куда вот, вот в этот угол беги. Вот туда вот, бегом. Так. Что у нас тут? У них еще в разных местах они были. Я думал, они одной кучей стоят, а они в разных местах стояли. Да вы убьете их, господи, блин, стреляют они, я не знаю. Просто убейте их и все.
Это кто? А чё он здесь бегает? Капец. Этот тоже что-то здесь стоит. Ребята, вы чё, потерялись что ли? Потеряшки? Вот, стреляй по вот этим вот. Странные какие-то. Все, перестраиваемся. Включаем обратно стрельбу без готовности. И смотрим, что вообще происходит тут на поле боя. Черт знает что, у них куча пехоты, короче. По всей видимости, мне придется отступать. Как же у меня полководство с майонали вообще некрасиво, а? Это у них агенты поработали. Блин, ну за царских скифов бы уже давно накидал. Они с этого расстояния, видите, не кидают. Так мы немножко наверх. Можем же мы наверх чуть-чуть, самую малость. Почему ты выкинули несколько этих своих джавелинов и никого не убили? Я понять не могу. Они что, такие крутые, что ли? Скутарии, копейщики, видимо, да. Вообще не умирают. Блин, еще и метнули свое говно в меня. Это довольно крутые уже юниты. Какое-нибудь говно там, блин. Мне кажется, мне генерала грохнули. Подкрепление мое задержано или что-то с ним сделали, я не знаю, короче. Ну, вообще грамотно, конечно. Молодцы, что могу сказать. Буденного мы его смайнали. Ну-ка, давай-ка зайдем, попробуем с тылу. Смотри, одну армию развернул. Лучше. Сука, блин, отогнал меня. Смотри, как развернулся сразу. Не дает в тыл заходить. Это кто? Конные скутарии. Нихера себе, такие есть. Слушай, у меня патроны кончились. Твою мать. Понятно. Буду бегать всю дорогу. Я не собираюсь сдавать мою армию. Пошли в жопу, блин. Твари. Можете меня победить? Догоните. Чё непонятного? Стреляем. Ой, в смысле, так, мочим. Вручную. Патронов практически нету, ну, кое-кого убил. Так, а где у них проща? Мечницы, копейщики. Вот прачники. Мне еще осталось прачников убить, и все, и угрозы мне больше нет. Щитоносцы, копейщики, щитоносцы, щитоносцы, щитоносцы. Это кто? О, идите сюда. Так, я походу к краю подхожу, да? Значит, сюда идем. Это кто? Копейщики, скутарии. Ну ладно, этих мы обойдем. Мечницы? Ну ты блин. Это, кстати, ну в дополнение в каком-то волшебном мечнице. Смотри, идут такие унылые. Унылые мечницы. Этого хватит. Чтобы вот этих достать и все.
все, опричников нету больше. Нет, моя армия Буденного не умрет так тупо. Скутари и копейщики, блин, я даже не знаю, стоит с ними сражаться. Давай попробуем. Как бы пол армии ради теста можно же. Так, давай-ка так поставим, чтобы внезапно не провтыкать. Посмотрим, что будет. А эти, блядь, идут. Бегом, вашу ж мать. Вы что, угораете, что ли? Алло. Так, так убили его или что? Я не понял, вроде, да? Вроде убили, ничего, нормально, так копейщиков-то. У них неплохие характеристики у этих конников. Так, скутарии, копейщики, мечники лузитанские. Мечницы. Так, пойти что ли разобраться с ними? Пойдем попробуем. Потому что они отдельно от основной армии. Вот так вот. Потом можно попробовать в тыл этим ударить. Прачником. Давай попробуем вот так. Опача, с двух сторон. Давайте отходите, давай уже заворачивать пора, уже там уже, смотрю, красная линия. Ну, копейщиков направляю. И сразу уходим. Ай, плохо. Засомневались, так сказать, в моей гениальности, смотрю, люди. Начали отступать. Этот зацепился, блин. Давай еще повторим. Потрясенные твердые, вот зараза. Мечницы, давай хотя бы мечниц надо смайнать. О, мечниц мы убьем, походу. Колеблются. Есть, мечницы. Мечницы умерли. Так, отступаем. Да-да-да, давай. Так, что там, завяз, что ли? Ну-ка. Отдохни. А, понятно, отдохнул, блядь. Да, тяжело с копейщиками. Копейщики есть копейщики. У них бонус против кавалерии, блядь. Блядь. 89, 85, 83, 82. Слушай, неплохо рубится, ну. Убили? Отлично, красавчики. Хорошо. Прачники, щитоносцы, копейщики. Да что ж с вами делать-то со всеми, а? Мне бы прачников выцепить, и я был бы так счастлив. Ладненько, я думаю, я пробегаю все остальное время. Ничего не со мной не сделают. Если время выйдет, вы победите. Поэтому будем считать, что мои на конях убежали. Правильно?
Все, включу запись ближе к концу времени. Ну что ж, все, подходит время. Я готов поклясться, что искусственный интеллект после двух кругов отправил один отряд мне наперерез. Но уже время кончилось. Но я был удивлен таким маневром, что он отделился, реально отделился один отряд от всей этой массы и пошел мне наперерез. Он как бы понял, что я пойду по кругу. Это я аж подпрыгнул на стуле, когда такое увидел. Но, может быть, это была случайность. Так, тяжелая победа, завершить битву. Да, их было, блин, почти в два раза больше, но они ровно эту половину-то и потеряли, не? Нет, не ровно половину, меньше чуть-чуть. Ну, короче, победа есть победа, победа не пахнет. Конницу я их вынес, арту я их вынес, там прачников чуть-чуть потрепал, не всех, но большинство. Да, полководца, естественно, грохнул. А, да, грохнул полководца. Ну, чуть-чуть убил пехоты. Четыре отряда всего. Я ни одного отряда не потерял. Даже мои несчастные анагры выжили. Ну и сдох весь гарнизон. Ничего страшного, новых наберут. Всех убить. И что еще вы мне, лузитаны, подскажете? Я, блин... Конечно, удивлен. Они грохнули моего генерала. Сейчас мне скажут, грохнули, ранили, или как это у них так получилось ласково. Я почему-то этого не заметил в прошлый раз, когда записывал серию. Только сейчас увидел на поле боя уже. Ну хорошо, меня радует, что так разнообразно искусственный интеллект действует. Приятно, приятно. Тю, блин. Я сейчас записываю свое очередное прохождение, помимо адресов. Пока не буду раскрывать, что это за прохождение и, во-первых, за кого, и, во-вторых, на каких условиях, но я сейчас реально шуганулся просто, потому что я только что отсидел несколько часов. И немного так накладывается то прохождение на это, я так аж дернулся, когда увидел, как эта армия побежала, а сейчас только сообразил, что это союзники мои. Итак, буденовцы, кто возглавит? Армия уничтожена? Не пойму, как? Вот почему мне не сказали, что с ним сделали, что? Ах, ладно, царское семейство у меня есть, уже один нанятый. Вот он к буденовцам и пойдет на своей конячке. Армия в гарнизоне уничтожила. Ничего страшного, люди... Ничего страшного. Блин, я уже отвык от таких цифр. Серьезно, это вообще какая-то песня. Так. Что тут у нас? Таракон. Это вновь захваченный... Ой, извините. Да блин. Сюда нажмись. Это вновь захваченное поселение, да? А где у меня только что битва-то была? Около Арсе? Видимо, да. Так, что у меня здесь будет? Здесь у меня, естественно, святое место, естественно, два общественных здания, и будет еще палата воинов. Ну, вот примерно в таком раскладе и живем. Так, слушай, жертвы до хрена уже, может, даже не знаю. Что строить-то будем? Морская торговля, пища. Дилемма. Давай подумаем. Смотри, у меня здесь есть и боссим еще, ёптать. Здесь везде пища, а вот в Карт-Хадаште у меня как раз стоит верфь, гавань, да? Поэтому здесь рыбацкие хижины все-таки пойдут. Да. Ну, а, стоп, нет, здесь уже есть. Здесь по такой же схеме. Здесь доход от производства, говорите, да? А это что? Доход из всех источников. Иди-то на сборе подать и налоговая ставка. Давай так. Дайте я быстренько провью. Пирный театр. Вот это да. Я реально отвык. Вот я два дня играл в другое прохождение. Я уже отвык от такой огромной империи. Жесть какая-то. Ой. Здесь, кажется, кто-то хотел алтарь Сабасия поставить.
Македония, Великая Германия. Я вот эту вот карту загружал, чтобы чисто посмотреть, какие тут проходы, вот всякие там, где-то можно пройти между лесами. Потому что все открыто, все видно. Ну, сохранялочку загрузил, удобно посмотрел. Ну, для другого моего прохождения. Так. Что у нас тут вообще происходит, блин, в этом мире-то, ё-моё. Дайте вспомнить. У меня по плану было разобраться с Испанией, чем я сейчас, собственно, занимаюсь. Вот сколько здесь всякого. Вообще, вот сразу видно, где события основные происходят. Да, вот все красное, там армии мои, все такое. А потом двинуть на восток. Тут меня не очень любят, конечно, вот эти сиракузы, можно их вынести. Но мне по военной победе нужно сюда, в Сирию и эту Персиду. Поэтому я главки не ходил, вот именно вот сюда вот и ломанусь. Но чтобы им жизнь медом не казалась, я по пути, наверное, заберу вот здесь часть земель. Вот так. Можно попробовать со скифами задружиться. Вот этой вот степной ордой. Ну, они меня полюбят стопудово. Потому что я начну воевать с Египтом и с конфедерацией кельтов. Кстати, как они дружат вообще, нет? Рим, я не знаю, что будет делать. Я надеюсь, что он на Сиракузы пойдет. Чтобы у меня голова за них не болела, за этих Сиракуз. Вот. И вот эти еще британцы. Не хочу, чтобы они на меня напали. Поэтому я им периодически ништяки подкидываю. Такие цены. Пока нейтральные. Думаю, ну, начнут портиться отношения, начну им подкидывать ништяки. Вланы. Тикс, 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 тикс. Так, Сиракузы. Понятно все с Сиракузами. Каппадокия меня, кстати, не любит что-то. Экспансионизм, неприятие культуры, все, да? Как ко мне конфедерация кельтов относится? Они ко мне отлично относятся, потому что я свебов вынес. Боев вынес. С Тилой дружу. Вообще, я такой хороший, блин. А Египет где? Египет меня не любит, Египет не любит меня. Но у него оборонительные союзы с Каппадокией и с конфедерацией кельтов. Так, ладно, хорош трындеть. Давай-ка сейчас по набору сначала посмотрим, что там моя коники. Мне не нравится это название, серьезно. Вот, ну, вот никак вообще. Вот что такое? У меня есть вторая армия конная, третья конная армия, да? А это будет... угадайте, блин. Ой. Четвертая конная армия, блин, и пятая конная армия. Лошадки, твою мать. Я был под грибами, наверное. Вот так. По крайней мере, так я даже буду знать, в какой очередности они и так далее, и так далее. Смотри, они уже полностью наняты. Охереть. Ну, без одного. Вот это да. Так, а чё, сколько у меня армий? 12, все, флотов 6. Фью. Моща. А, вот у меня флот недонанятый. Раз, два, три, четыре у меня здесь. Четыре пехоты и четыре стрелковых. Вот я сейчас их по два найму. Так. Чего у меня по внутренней политике? Японский городовой. Это капец, сколько народу. Да, пора заканчивать со всей этой чехардой. 702 рубля, да? Ладно, держи, не жалко. У меня 33 тысячи. Так, кстати, раз такая петруха пошла. Ситалка, ты сколько тебе лет уже? 71. Питас тебе сколько? 60. 68. Спартак 60. Олор 63. Да вы чё? Вот этот 49 лет, а этот 47. Сколько стоит назначение? 1400. Вот давай его назначим. Великая Греция. Плюс 21 у меня порядка здесь. Порядка много не бывает, да? Так вот и вот так вот сделаем. И вот так вот. Пища-то тоже до жопы, правильно? Ну, все. Кстати, по агентам у меня что, нормуль? Да, нормуль. Ну все, переходим тогда к военным действиям. Далее. Буденовцы мои, идите в город, отдохните, блин. Сейчас займутся этими. Третья конная армия. Айдан, сука, Кичитан, ну-ка, и сюда-ка пошел. Вонючка.
Не хочу я буденовцев задействовать, если честно, блин, что-то им совсем плохо. Пускай два хода отдохнут, а. Таракон, таракон. Если я отсюда выйду, то сколько будет у меня порядка? Военное присутствие 20. Неужели будет плюс 3? Серьезно? Плюс 1. Ну, почти. Тейк, а можешь ты вот этого задержать, чтобы он никуда не убежал отсюда? М? Как у тебя было? Ой, шикарно получилось. На следующем ходу я его смайнаю. Поклонники кота с ним разберутся. Панторезы почему-то все без ходов. Их, походу, вот эти граждане задержали, да? Бывает. Так, а, вот у меня здесь две моих армии подходят. Ну так это просто прекрасно. Я даже не знаю, куда моих агентов сейчас вот использовать, если честно. Давай-ка я сначала возьму поселение, а там определимся. Уже по дорогам там пройдем, по бырому там как надо. 96% это просто песня. Грабить будем? Да не хочу я. Спадя. Грабить всегда успеем. Это ж, блин, дело не хитрое. Старика. Фракийскую знать можно нанять, да? Так. Ладно, вот этого задержите мне, чтобы его потом не бегать за ним по всей карте. Есть. Ой, хорошо. На нем крит прошел. Так, я вот сюда вот встану. А вот этот приятель, давай-ка вот этого задержит сейчас. Или что-нибудь с ним сделает, короче, я не знаю. Не получилось. Как раз моих два гаврика, которые шли там за всей моей ордой, да? Ну так-то да. Где у меня еще есть какой-нибудь агент типа воителя? Есть? Вот у меня воитель. Он прям в армии тусит. Давай-ка я его выведу отсюда, чтобы на следующий ход я мог кого-нибудь попробовать переманить. Если, конечно, она не умрет от старости. Сколько ей лет? Давай посмотрим. А лет ей в марте 57. Должна пожить еще. Должна прожить. Так. Еще что-нибудь неотложное? Да нет особо. Вот эти все армии у меня стоят на готове. Это мои самые опытные армии, по-моему, да? Да, посмотри, только налычки на все эти. Ну там поклонники кота у меня очень опытная армия. В Испании. А эти три армии вот самые опытные у меня здесь. Первые четыре армии, собственно, которые практически с самого начала игры появляются, вот они как бы там и есть. Ну, кроме поклонников кота. Вместо них там вторая конная, не самая опытная. Так, кто-то что-то хочет. Давай-ка быстренько клинки. Клинки тоже такая замечательная армия. Подожди. Таеп. Стоимость содержания. О, нормально. Блин, какая стоимость содержания? Все, надо отвыкать от этого дела. У меня денег жопа ешь. А я все копеечки складываю, блин. Это все от того, что разные игры Рим 2 играешь. Даже пускай я не выкладываю, как бы, но все равно. Крокодильчик в Арма 2 рубится. Крокодильчик, заходи в ТС-ку, чё ты не заходишь? Так. О, арверный. Вышли. Такие смелые, я не понять не могу. На агентов рассчитывают, что ли? Он вышел, блин, тут, блин, три армии вокруг стоит. Охереть вообще, чувак. Походу на агентов рассчитывает. Смотри, дымок идет зеленый от этого. Наверное, его уже отравили.
меня по землям ходят, блин. Всякие. Кельты восточные эти. Терпеть ненавижу кельтов. Что ты, сука, докопался до меня? Чтоб ты сейчас вот... Нет, слушай, а? Еще один, а? Да ты посмотри на него. И? У тебя еще армия есть? Это, видимо, сейчас еще... Ты смотри, идет в атаку. Смотри, в атаку идет. Смотри на него. Охереть. Что это за армия такая? А почему этот... Этого траванули, да, тоже? О, как вы меня утомили, ребята, блин. Скутарии, скутарии. Копейщики, мечники. Чуть-чуть прачников. Две наемных конницы и полководец на коннице, да? У меня же застрельщики, даже не пельтасты, застрельщики. Блять, да, клинки, это старая армия очень. Ёпа-мать, с дохлыми копейщиками. И тут тоже какие-то говнопельтасты. Да, это будет плотная катка, так скажем. Ну, погнали, чё? Видите, когда агентами очень хорошо действует искусственный интеллект, то он вполне может одерживать какие-то победы, когда у него очень мощная армия такая хорошо прокачанная. Я говном пришел. Я пришел двумя армиями, согласен, но... Так, и чего тут? Что это за деревня такая? Ладно, хоккей, давай. Сначала покажите мне, где враги. Вон враги. Окей. Так, как мы будем это держать? У нас есть вот два прохода. Они могут оббежать как-то? Они могут здесь, конечно, оббежать вот так. Вот так и я могу их оббежать там, правильно? Я даже оббегу. Я конницу фракийскую сюда поставлю. Так, вот это все говно. Вот это вот. Чтобы не мешало, вот просто вот здесь вот. Вот это вот. И вот так вот, чтобы не видно было. Так, значит, дальше что будем делать? Здесь вот очень широкие проходы, конечно. Да и бегать далеко. Поэтому я, наверное, вот так вот буду перекрывать. Вот так вот. Раз. А, что, все, что ли? А, нет, вот еще есть. Нет, это оно и есть. Ёпт. Да, мощно, ничего не скажешь. Так, 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 так. Она очень мощно, конечно. Они по-любому здесь побегут, это просто главки не ходи. Слушай, ну, я, наверное, нет. Тут, наверное, слишком. Давай вот так вот тогда поступим. Потным образом. Вот так. Вот такие вот узкие-узкие проходы перекрою. Просто, чтобы, блин, хоть как-то компенсировать то, что у меня народу ни хера нет. Так. Стойте где-нибудь тут, вообще не мешайте мне, чтобы у вас лучше не было. Как тут делит сделать можно же было бы, а? Так, вас тоже объединю, чтобы понимать вообще, что к чему. Гену я поставлю вот сюда. Мне кажется, что основная масса пойдет отсюда. Хотя... Так, достает, да? Нет. Все три отряда достает, да. Так. Ну и давай тогда, вот они, пельтасты. Кстати. Фракийские пельтасты. Ну, пельтастов я засадный полк выдвину вот сюда. Меня обходить будут. Пельтасты, застрельщики, застрельщики. Вот так вот. Опа.
Вот этим тоже отключу режим перестрелки. Кстати, Гене тоже надо пятого дать. Дай-ка я фракийскую кавалерию в четвертый отряд, вот этот, чтобы он был засадный, который будет обходить вот так. Он вот так вот так обойдет. И ударит с тылу тех, кто здесь. Встанет там, расстреляет все, что можно расстрелять. И в тыл ударит конница. Так. Ну, давай тогда вот это все будем расставлять вот здесь. Как-то вот так. Скюмишес, да. У этих всех тельтастов уже нормально все. А что, фракийская конница, подожди, тоже застрельщики, что ли? Выключаем. Не надо нам. Так я всех пройду, а то потом сюрпризов не было, блин. С этими делами. Вот это вот все еще надо распределить. Как много-то вас. Не то чтобы я жаловался, нет, это хорошо, когда много. А, я нечаянно их, короче, убрал. Тьфу, японский бог. Ладно, давай. Вот здесь стойте и застреливайте, да. Все, и вот у меня еще три штуки осталось. Куда бы их поставить? Давай я их поставлю, короче, пока посередине, потом они как подкрепление пойдут туда, куда надо. Все, поехали. Сейчас вся эта масса тупорылая, там где в основном пехтура, да? Причем очень много пехтуры. Обязательно надо обойти, потому что если я не обойду, то... Ну, а этот что... сюда. Пойду-ка по-быстрому. Давай. Мне главное, чтобы они все спрятались, чтобы у всех вот эти были глазики горели. То их заметят и начнут мне все портить, не пускать туда, куда я хочу пойти. Тик. Прачники, я надеюсь, не смогут меня застрелять через здание. Вот эти вот. Еберийские. Я, по идее, должен. Я, по идее, должен по ним стрелять через здание. Так. Как мои эти ребятки? Нормально. Неплохо. Очень неплохо. Давайте, всасывайтесь. Так, все, пора. Бегом туда. Чего ты моргаешь? Не знаю, что он мне хотел сказать этим. Блин, тут эти заразы. Наемная иберийская хрень.
Забавно. То давайте же, блин, что же вы так медленно-то? Ё-моё. Это чё? Ёпа-мать. Это он сейчас в такую дорогу будет обходить. Очень плохо. Ладно, я надеюсь, хоть этих прачников вымою на эту. По этому случаю. Так, а может здесь можно как-то обойти еще, нет? Блин, ну это, конечно, классно, но что-то я не ожидал такого подарка мне судьбы. Кто там уже умер? Что-то они мы... Я не ожидал, что так далеко обходить будут, серьезно. Вот это очень большая ошибка. Я думал, они там смогут пройти. А они не смогли. Сыпятся мои войска один за другим. К сожалению. Твою мать, они должны были вот здесь вот пройти. Вот что не пройти между домиками, а? Стреляйте. Да знаете что, идите, блин, вручную их убейте, так быстрее будет 100 раз. Добей генерала. Вы, ребята, вот сюда. Мне очень надо, чтобы вы отсюда стреляли. Вы что, не понимаете, что ли? Быстрее! Блять, конница, сука. Так, они наконец-то начали стрелять, но что-то мне это, блядь, походу не поможет. Все туда. Походу сейчас здесь прорвут, блядь. Прачники. Кто дерется-то уже? Копья дерутся. Давайте, давайте, блин, все от вас зависит. Сука, что ж ты, блин, делаешь? Бегом туда, беги за ним. Даун, блин. Сказал же, не надо никого расстреливать. Так, все, ты в атаку. Стоп, 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 стоп. Че, у меня генерал умер, что ли? Сука, походу, да. А кто не дерется, признавайтесь. Да вроде все дерутся. Те разбиты. Туда мочи. Все, все убиты. Давай сюда, сюда, все сюда.
Так, здесь всех убили. Ну, что вы обратно взялись поселение, вашу ж мать. А то что-то у меня совсем плохо с моралью. Если сейчас все побегут, то все на смарку. Тут как-то они гасятся так интересно, блин. Так, подожди, у кого есть патроны? Стрелять. Live to fight another day, он сказал? Не, чувак, блядь. Это вообще не вариант. Расстреливай все это говно. Ну, где враги? Не, реально, где враги? Я сейчас фак монитор показываю. До свидос. О. Вот так вот, блин, элитная пехота там, вашу мать. В жопу всех. Это, я не знаю, самая элитная. Я иберов никогда не играл, вообще за них, по-моему, играть-то нельзя. А, это лузитаны, блядь, ну да. У них иберийская культура, или как она там называется, правильно? Фу, да, Гену я потерял, к сожалению. Ничего страшного. И фракийские застрельщики, копейщики. Вообще ерунда ни о чем. Ну чё, 2-0 в мою пользу. Два раза мы на поле встретились с лузитанами, без авторасчетов. Я бы на самом деле Испанию забрал и все. Тингиз пускай римляне берут. Или Этрусская лига там, или кто хочет, не знаю, мне пофиг. Ну, если надо, я возьму. Неплохая битва, мне понравилась. Если вам понравилось, не забывайте палец вверх. Триверчики мои, союзнички бегают. Одно поселение отожрали, так что да-да-да, полководец. Тарское семейство у меня есть. Отлично, давай, так вот, коника. Так, могло быть еще лучше, если бы мои войска там раньше обошли, а то я и не ждал, что они так по такой дуге широкой будут обходить. Думал, там просочиться можно. Не боевые потери в осаде. К чему бы мне это надо было, интересно. Кто меня в осаду возьмет? Так, это мои агенты. Ну, не то, что мои, я имею в виду, а вот эта мразь мне задержала армию. Давай-ка. Вот, теперь его задержали. Да, уж с грабителями бы так не справились. Мы там разнесли бы вообще всю богадельню. Смотри, как его задержали, блин. Вообще хереть просто. Он вообще пошевелиться не может. Так, чуть-чуть может пройти только вот и все. Сука, куда пошел? Так, стоит мне его догонять? Да догоню, ладно. Чего бы нет-то? Бесплатный опыт. Пускай заново все набирает. Целый ход набирать ему вот это вот. Ну, может, он быстрее это набирает, наверное, они там любят по 5 юнитов за ход набирать, но все равно. Как бы не просто так.
Так, есть. Тут, считай, армии похожены. Похожены. Походили. Так, вот этого гражданина можно вынести. Ну ты сука же, ну. И ну ты посмотри на него. Версия провалилась, но не все коту масленица. Так, дернулся этого, блин, напополам. Коцнули. Здесь вообще в тло, просто в тло задержали. Просто он не может пошевелиться, даже мама сказать. Вот так вот. Я чувствую, что моей третьей конармии кирдык может прийти вообще запросто, если я не уберу ее нафиг отсюда. Так, буденовцы. Давай-ка мы... Давай мы, короче, вот эту армию попробуем отсюда выгнать. Сейчас она очень хорошо выгонится, я чувствую. 93%, блин. Свободен. Так, есть контакт. Я не вижу ни одного своего агента, блин, который мог бы мне помочь вот с этой армией справиться. Это очень печально, знаете ли. А я вот с этой херней не хочу, блин, воевать. Серьезно. Ого-го-го. Так. Этот может двигаться? Может, но как-то так. Вяленько. Ну, то есть в городах-то я как бы в безопасности, но... Понимаете, да? Дойти до этой армии тоже я не могу никем, естественно. Он так встал, что его хер достанешь. Где мои все агенты-то, блин? Этот понятно. Зачем я только пошел за ним? Этот чё? О! А этот не достает, да? Блять. Ах! Сейчас он нападет на меня, эта мразь. Вот что произойдет? Конечно, нападет, стопудово. На мою дорогую третью армию. Хотя, конечно, он около города стоит. Может быть, город поможет. Так, по идее, он как раз стоит вот. Ну, будем посмотреть. Тут, как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь. Можно, в принципе, флот дальше послать. Ну а чё? Сколько у меня здесь в карт Хадиша? 7-4. Этот. Гарнизон, да? Варсе 5-4 гарнизон. И Панторезы. Ну, Панторезы слабенькая армия. Откровенно говоря, поэтому, наверное, без флота лучше не оставлять. А бурные воды можно вывести, наверное, вот, допустим, я отсюда вот этот флот для поддержки штанов поставлю, а вот этот погоним. О, это кто? Вражеский флот. Вот так вот. Подвину его. Ну что, конец хода, наверное, сейчас будет. Кто-нибудь что-нибудь хочет? Не вижу. Пока нет. Ну давай, покажи. Что ты там затеял? По идее, арверны сейчас должны на что-нибудь напасть. Не зря они армию подвели. Сейчас они сначала всеми агентами меня задрочат, блин, какими только можно, я так полагаю. Нет, нет, видимо, все-таки там армия близко к городу стояла, и он не рискнул нападать. Это хорошо. Мирный договор, Лузитаны.
чисто машинально нажал. Можно было попробовать с ними, конечно, договориться, но ладно. Просто хочу все угрозы уже устранить. Да мне и надо, на самом деле, земель захватывать. Для военной победы достаточно много. О, ну давно бы так. То задрали уже. Куда вы бежите? Враги в другую сторону. Русская лига, блин. Потому вас и убили, что вы бегаете не в ту сторону. Давайте, давайте, давайте. Тут халява, раздача. Кто успеет, того города будут. Я же отбирать не буду, честное слово. Вы же союзники, ё-моё. Все в мою пользу будет засчитано. Калькулятором великим. Калькулятором побед. Флотоводец крякнул. Ну, флотоводца мы посадим. Да блин. Царское семейство везде. Да что ж такое-то. Ладно. Насаждение культуры тогда сделаем. Буденовцы крякнули. Ё-моё. Общественный порядок. Я ж только-только туда посадил полководца. О, сколько всякого первоуровневого говна построилось. Карт Хадашт. И таракон, да? Да, так, такой же набор. Ничего нового. Так. Что у нас тут? Ну да, он, конечно, меня задержал, но мне все равно хватит. Мне все равно хватит. Смотри, ночную атаку даже умеет, а? Какой полководец мощный. Типелло. Грабители в жалобу это взяли на самом деле. В одну жалобу справились. Очень большая армия грабителей. Чпонька, чпонька. До свидос. Ограбление. Будем грабить? Да не будем. Потом. На востоке пограбим. Так, это что за дерьмо такое? Ну-ка нахер. Смотри, Карфагеника полностью моя провинция. Прикольно же. Удивительное дело, на самом деле. Давай вот так вот сделаю. Так, что у меня в Карфагенике? Плюс 30, да? Угу. Класс. Так. Не так уж и много осталось-то. У этих две провинции всего осталось. Как они называются? Ну, у Галатии. Где, кстати, их армия? А, вот она. Решил он в защиту встать. Ну, давай. Жрать-то что-то надо? О! Отлично. Я еще так могу. Так, а что здесь? Че, не успел, что ли, подойти? А, нет, все получилось. Я думаю, что-то долго нету. Не только, ну, не столько для того, чтобы отравить, сколько для того, чтобы он не убежал. Вот, нормально. Есть. Клинки, клинки. Это вот. О! Отлично. Дай-ка я. И вот это хотел сделать. Ужас. Да, отлично вообще. Сколько чуваку? 65 лет. Прекрасно. Так. Че
Чего у нее тут пылающие мечи нет-то? А Брут-то где? Или это уже шутила эту шутку? Ну ничего, шутка повторенная дважды в три раза смешнее. Так, и давай я попробую еще себе агента захватить. Вот так вот, отлично. Правильно, правильно, чувак. На нашей стороне гораздо лучше, больше плюшек всяких там, все такое. Так, хорошо. И вот тут армия была, которую надо убить. Вот это. Третья конная армия и панторезы давай. Должно хватить всего этого. Да, запросто. Два раза траванутая. Хоть у вас там мастера меча, хоть у вас там не мастера меча. Если вы обсираетесь и штаны у вас не держатся на поясе, то что тут? Как бы какая разница? Тык. Выстрелов в минуту, скорость передвижения, легкая конница. Вот так вот. Ну а что, это же конная армия, правильно? Да, третья конная. И где-то тут флот мой был. Его не проскочили? Нет, не проскочили. Значит, он туда уплыл, да? Давай-ка я вот так вот встану. Оп! Цены Иланы Думно на Дрисское царство. Угу. Отлично. Даже вот тут не знаю, докуда вы достаете. Вот так вот встану. Все. Никакая мразь тут не проплывет больше. Наверное. Я не знаю. Они, конечно, могут собраться толпой и как бы поспорить со мной. Но это будет непросто. Ну чё, есть у меня еще агенты свободные? Какие-нибудь, где-нибудь. Чё-то нету, да? Ну и ладно тогда. Ладно тогда, давай тогда... Ой, подожди, а вот этот где чувак стоит? Он... Чуиха. А я понял, она еще работает. Кстати, там она еще нужна. Там что-то с порядком не очень. Краях. Тик. Конец хода тогда. Арверный. Ну что, будете мне агентами своими дрочить, да? Давай, давай. Еще не всех агентов я у тебя переманил. У него еще есть одна картуба со стенами у Арверна, да? А у этих тоже, наверное, какая-то столица есть. Ну, не, ну, по-любому какая-то столица есть, потому что я же Карфагенику всю захватил, а там другая провинция. И в Африке еще провинция какая-то. Хер победишь, как называется. Поэтому такие вот дела. Еще придется стены. Да какая разница нахер? Подведу, блин, все армии, да и все. Правильно? Так, лузитаны, что, неужели сейчас еще армия выскочит? Нет. А, вон, смотри, выскочила, только она далеко. Как далеко. А, его сразу бинг. Это русский агент. Патруль. Вынес. Офигенная задумка, конечно. Вот задержкой армии. Это просто охеренно, если честно, я считаю. Оборонительный союз. Зачем? Ну ладно. Давай, оборонительный союз. Я надеюсь, ты не будешь ни с кем воевать. Точнее, на тебя никто не нападет, я надеюсь. Потому что я сразу тебя предам. Потому что пошел ты в жопу. А так, для отношений, конечно, давай.
Так, Спартак, нападение на патруль, Ситалк, нападение на патруль, естественная смерть соглядатая, хорошо, я нового себе только что переманил. Немножко строительства, население ободрено, где? В Испании, а, окей. Ну ладно, давай посмотрим, что у нас там по политике в целом. Политики в целом, вроде ничего не изменилось. А, нет, вот Каппадокия тут отхватила Египет. Нихера, слушай. Конфедерация кельтов, короче, ворвалась на Сиракузы, да. Конфедерация кельтов начала экспансию в Африке. И как бы это мне не очень нравится, если честно. Где эти конфедерации кельтов гребаная? Вот она. Смотри, по-прежнему пополам. То есть они держат марку, они от меня не отстают. Рим с кем воюет? С арвернами да с лузитанами и все. Как у него отношения со всеми остальными? А он не любит вот этих вот ребят совсем. Ну, не любит он их. Так, прохладные у них отношения, так мягко говоря. Ладно. Ну, я бы, конечно, предпочел, чтобы они воевали, а не просто там... Они просто сквозь зубы разговаривали, да? Зато... Степная Орда жжет вообще, рулит и педалит. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. Я с ними не знаком, самое главное, что вообще. Они воюют по-прежнему с Египтом. Начнут ли они воевать с конфедерацией кельтов? Да, они воюют с конфедерацией кельтов. Это шикарно. Единственное, что плохо, то что они могут Сирию мне захватить. Вот Персию уже они захватили, скорее всего, да? Скорее всего, персика уже их. Персики, да, персики их. Ну, это будет, грубо говоря, последнее, что я захвачу, правильно? Как-то так. Вот, казалось бы, да? Сейчас они начнут друг друга мутузить, как положено, блин. И Степная Орда, мне кажется, может очень много отхватить земель здесь. Если эти бараны вовремя развернутся в ту сторону, то тогда они отобьются. Но они, видишь, сейчас на два фронта стали рубиться. То есть они рубятся и с сиракузами, и с этими... Степной Ордой, которая довольно сильная, я вот уже вижу, нихера себе, она отсюда до сюда, это очень мощно, как бы, то есть, тут к бабке не ходи, проблемы будут у кельтов. Ну ладно, я на этом закончу, всем спасибо, кто смотрел, это Адрийское царство, Рим 2 Total War, легендарный уровень сложности, я Кот, понравилось, ставь лайк, все, всем пока.